Спортсмены, защищающие цвета флага Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Пенни Кумс и Николас Бакланд, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона в танцах на льду Евгения Платова, впервые в нынешнем сезоне выходят на этап Гран-при. Концовка предыдущего сезона для Пенни и Николаса сложилась не очень удачно. Серьезная травма была у партнерши, но надеемся, что все невзгоды преодолены, и сейчас мы увидим настоящих Пенни Кумса и Николаса Бакланда. Впервые в сезоне 2012 года Пенни и Николас стали чемпионами своей страны. Ну, грубо говоря, пока они еще не Торвилл и Дин. Они становятся первыми спортсменами среди танцевальных дуэтов, кто не получает высшего четвертого уровня сложности за серию твизлов, но зато за две секции польки получают третьи уровни Кумс Бакланд, но и дорожки шагов, и поддержка тоже оценивают арбитры, не арбитры, а технические комиссары непредельны. Вторым дорожку шагов и поддержку третьим уровнем сложности. Эти оценки будут пониже, чем у россиян, это однозначно. И вполне возможно, еще и Николь Орфорд с Томасом Вильямсом, канадцы, тоже с Кумсом Бакландом посоперничают. В прошлом сезоне очень важно было для этих спортсменов занять 12 место на чемпионате мира. Об этом в приватной, правда, беседе сказал Евгений Платов. Но, к сожалению, травма, партнерша выступала на уколах, не позволила спортсменам выполнить намеченную задачу. Ну, скажем так, поболеем за фигуристов в нынешнем сезоне и будем надеяться, что им удастся претворить в жизнь все
означенные задачи на наступивший сезон. Пока ждем оценок. Похоже, что они все-таки немного, но опережают канадцев, но, разумеется, проигрывают и Снитсен Жиганшину, и Маньку Халявину тоже. Причем проигрывают немало даже Ксении с Кириллом. Но по большому счету тут никаких неожиданностей нет. Спортсмены все-таки никак, несмотря на все старания, не могут достичь того уровня, что представители российских танцев на льду. Хотя вот по одной из секций польки они, кстати, уровень получили выше, чем Манько Халявин. Но это только один единственный элемент. На первенстве Европы британцы стали шестыми. Это их абсолютно лучший результат за карьеру. Но все-таки не будем забывать, что первенство Европы проходило в Англии, в Шеффилде. Итак, оценки. Британцам, ух ты, оценки-то в конце концов были очень раз скорректированы в худшую сторону. И они 0,05, но уступают канадцам. 51,44 у Орфорд Вильямса и 51,39 у Кумс Бакланда. Pinnacles, Nicholas Bob, Helper in Troll Dance, 51.79 total points, and it brings them currently in the fourth place.